Радужные метаморфозы московской станции Самарского метро продолжаются. Месяц назад стены вестибюлей украсили плакаты, напоминающие витражи. Теперь над входами установили золотые буквы. Обновленные павильоны метро превратились в достопримечательность. По замыслу администрации метрополитена и департамента транспорта, все станции метрополитена должны своим внешним обликом соответствовать какому-то единому стилю. Сейчас идет проработка совместно с дизайнерами данного решения. Московская первая ласточка. Такая креативная задумка пришлась горожанам по вкусу. Стало ярче, приятнее утром на работу ехать. Я первый раз увидела, мне вообще очень понравилось. Мне нравится, это лучше, чем реклама. Чтобы не создавать неудобства пассажирам, все работы проводят в вечернее время. Преображаться будут и другие станции Самарского метрополитена. Следующая – Гагаринская. Ее планируют оформить с космическим уклоном в стиле хай-тек. А вот как украсить полукруглый вестибюль станции Победа, возможно, подскажут дизайнеры, которые работали над оформлением вестибюлей Московского и Санкт-Петербургского метрополитена. В следующем году станцию Московская ждут более масштабные перемены. В связи с реконструкцией улицы Луначарского решено открыть подуличный переход и два дополнительных входа на станцию, где запустят новый эскалатор. Тогда станция сможет заработать на всю проектную мощность. Марина Кравцова, Константин Головин. События.